Секции, кружки, курсы дополнительного образования. В Ангарском округе широкий выбор организаций, которые могут занять ребенка во внеурочное время. Среди них театральные студии. Здесь дети учатся искусству общения, работают с дикцией, а главное – развивают коммуникабельность. Алиса Чеснокова занимается в театре полгода. За столь короткое время ей удалось преуспеть в актерском мастерстве. Девушка выступает на сцене и ездит с труппой на всевозможные фестивали. Все детство Алина занималась в спортивных секциях, но решила посвятить свое время искусству и ничуть не пожалела. Каждое занятие, оно учит чему-то новому. То есть, допустим, актерское мастерство, ты учишься открываться на сцене как бы и физически, и пытаешься как-то, не переживать на сцене, что-то, совладать с собой, скажем так, чтобы, ничего не выбивалось из-под контроля. Занятия речи учат нормально говорить. То есть я сейчас стою, разговариваю, могло бы быть все намного хуже, не занимаясь я театром. Занятия в театральной студии развивают фантазию, воображение, внимание, концентрацию и память. Актерские кружки раскрывают творческий потенциал ребенка, который раньше могли не замечать ни его родители, ни он сам. Театр учит коммуникации, живым эмоциям, общению. Люди знакомятся, дружат, общаются. Даже если, допустим, ребята, которые у нас в театре занимаются, не поступают в театральное, допустим, у них лежит другой путь, они хотят пойти в медицину, хотят пойти в педагогику, еще куда-то. Они приобретают так или иначе какие-то базовые навыки, которые полезны для современного человека, чтобы строить социум, чтобы как-то в нем ориентироваться. Специалисты отмечают, что лучший возраст для начала занятий в театральном кружке – 5 лет. Но и для подростка такая деятельность будет интересной и может открыть неплохие перспективы в будущем. К слову, в Ангарске есть как минимум 5 театральных студий. Антон Бархатов, Кристина Пермякова, Роман Буйнов. Местное время.